Друзья, всем большой привет! Вы снова на моем канале. Меня зовут Алина. Что приготовить на ужин? Приготовлю на ужин салатик, свежие огурчики у меня, помидорчики с моего дачного участка, лучок, баклажанчики. Баклажанчики почистю, помою, нарежу колечками и буду обжаривать на растительном масле с обоих сторон. Сделаю салатик из огурчиков и помидорчиков. Заправлять салатик я буду растительным маслом. Кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.